Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале ICO by Ковалев. И мы продолжаем рассматривать проект Catena. Данный проект является децентрализованной биржей. Мы с вами это в предыдущих видео уже рассмотрели. Рассмотрели все нюансы, которые нас интересовали. И сегодня бы хотелось рассмотреть, скажем так, все, что окружает данный проект, а именно это социальные сети, социальная сеть Facebook, потому что, как говорится, чем больше заинтересованности, чем больше какой-то движухи возле проекта, тем проект является более успешным. Итак, давайте тогда перейдем на официальный сайт Catena, и в самом низу есть ссылка на Facebook, кликаем по ней, и мы попадаем на официальную страницу компании Catena на социальную сеть Facebook. Давайте сразу же мы подпишемся на... Мы уже подписаны, да, на данную официальную страницу социальной сети Facebook проекта. Вот, и тогда давайте быстренько рассмотрим, что нам тут интересного предлагает данный проект. Сразу бросается в глаза это рейтинг 5 из 5, то есть максимальный рейтинг, да. Вот какие-либо комментарии, да, по данному проекту писали люди, и да, я тоже давайте напишу комментарий о том, что мне данный проект интересен. Вот. Отличная идея, она мне нравится. И... А, нужно 25 минут. Ну, тогда не будем заморачиваться. Вот. Я думаю, что, ну, просто проект максимальный рейтинг является, что говорит о том, о его важности и значимости. Вот, оставлю тут один комментарий. Также перейдем на вкладку «Домой» к социальной сети. И еще раз смотрим, что у нас тут есть интересного. По постам пробежимся позже. Сейчас 1398 лайков и 1399 подписки на новости здесь есть. То есть, что говорит нам о том, что проектом действительно интересуются. Также у нас есть ссылки на официальный сайт проекта. Можете написать сообщение через мессенджер. Вот. И давайте тогда пробежимся по, значит, новостям проекта. Как я уже вижу, что новости проекта выкладываются не так часто, как хотелось бы. Да, вот мы можем наблюдать, последняя новость у нас в медиуме была 13 сентября. Давайте посмотрим, что это за новость. Скорее всего, нам просто информируют о том, что Catena запуск ICO, это децентрализованная биржа, да, вся информация о проекте, технологии, да, это мы с вами рассматривали, вот, просто общая информация о данном проекте, тот же дашборд, где вы можете зарегистрироваться, приобрести токены и так далее, и официальные ссылки на данный проект. Дальше идем. Следующая новость у нас это также на сайте Bitcoin Exchange Guide. Там, наверное, просто пользование данной биржей. 7 сентября информация о том, что приват сейл в полном разгаре. Ссылка на официальную страницу токен сейла компании Catena Exchange. Вот. И далее новости уже идут 6 сентября. Также пропагандирую о том, чтобы приобретали токены проекта. Какая-то основная информация по каким-то
даже не знаю, как это правильно назвать. Вот, далее, вот 2 сентября у нас также все про токен сейл. Вот, ну и тогда дальше не будем углубляться мы, потому что и основная информация у нас есть она здесь в верхних ссылках, также в предыдущих видео мы с вами рассматривали, и поэтому я думаю, что у вас не возникнет никаких проблем в понимании данного проекта, в чем его суть и действительно, насколько он интересен, перспективный, и будет возможность в него инвестировать и получить свои кровно заработанные деньги еще и с бонусом 50% скидка, если успеете там за 78 дней буквально приобрести токены и поработать с командой на длительной дистанции от, скажем так, задумки проекта до его реализации и, скажем так, масштабирования в перспективе. Вот, такой у нас видеообзор получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за дальнейшими разборами. Всего доброго!